gotta get one to take. Hey, yeah. Freedom. 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 Gotta get one to take. Yeah. Now. Looking like a man. На самом деле мы хотим просто вдвоем еще где-то сняться, но так как у нас это не развито в кино, мы решили, если нас не приглашают, снимем то мы сами. Это вот та же система, по которой я снимаю сцены на английском из голливудских фильмов. Если не снимают в Голливуде, я снимаюсь сам. Да, и потом столько запросов на второй сезон сериала, но мы понимаем, что этого не будет, поэтому и как-то хочется сделать приятное и сделать продукт для своих зрителей. А потому что двигатель именно это зрители. Впервые я вообще села где-то в 12 лет на мотоцикл. У меня есть классный родственник дядя Витя. Это было в деревне, в самой такой деревне, в которой можно снимать кино, кстати. Опа. Вот, в башкирской классной деревне. Родители уехали тогда, кстати, в Питер. И оставили меня вот с ними, с моими родственниками. И он меня посадил сначала на скутер, потом на мотоцикл. И я поняла, что не хочу с ним расставаться. Как вот и с Андреем теперь. Никогда в жизни. Ну, все. Я никогда не катался. Нет, я хотел в детстве. Я недавно на картинге катался. Аккуратненько, объезжая поворотики. Аккуратненько. Надо с тобой загонять, кстати, надо, на картинг. Да, да? Сгоняем. Давай. Легкомысленность. В плане, ну, она бывает просто легкий человек, легкий на подъем. Я вот, кстати, достаточно легкий на подъем вообще, человек. Смотри. Оп, оп. Вот, ну вот бывает такая легкомысленность у людей, когда они, ну, сами не понимают не то, что чего хотят, чего они от меня хотят. Понятно. Ну, конечно, ложь не воспринимаю, если человек лжет, и это не оправдано, ну, никак совсем, никакой ни ситуации, ничем, то это никак не прощается, и не люблю осуждение. Потому что нельзя, ну как, даже не то, что нельзя, наверное, мы все тоже через это проходили, осуждение другого человека, но это неприемлемо, в принципе. Ты не брал, как говорится, не брал его обувь и не ходил его ногами. Ну вот да, вот то же самое. Я очень не люблю, когда человек не может объективно посмотреть на какую-то ситуацию. Да? Не со своей точки зрения, да. Потому что есть узконаправленные, упертые просто люди, которых все, вот только так. А ты попробуй загляни с другой стороны, пойми, что там может какое-то двойное дно есть. Вот, ну, так, к сожалению, не всегда работает. А так я стараюсь принимать все. Джимини Трон. Я хотел полететь в космос, как он, на ракете. Я ее строил, знаю, я ее построил. Я построил ракету из бумаги. Вот. И сел туда, но не полетел. Я «Красавица и чудовище» всегда смотрела. Да. Вот прям для меня, да. Ну ладно, Джимини Трон. Том и Джерри, мне всегда было жаль Тома. Я не могла. Ну погоди, мне всегда было жаль Волка. Почему над ним издеваются? У меня всегда за справедливость. Что? Я недавно... Вот, я пластилиновую ворону никак не могла переваривать. Подожди, не могла переваривать? Нет. А. Зайца поймаю, скварик нажарю. Ты что, серьезно? Отнесу-ка я его лучше куда-то там. А, это же классно. Это не она, да? Это падал прошлогодний снег. Ну, неважно. Все, одна и та же. Короче, что? А я недавно вот посмотрел мультфильм. Какой? Я его начал смотреть, я его не успел закончить смотреть, потому что надо было куда-то ехать, забыл куда. Валли. Я его не смотрел, Валли, я его хорошо. Решил оставить. Я Валли. Вот что скажу, я не знаю, почему ты проникаешься так к нему, вообще сочувствием, магия. Потому что это человек, ну, человек. Да, ну, его человечили. Это человек, оставшийся один, то есть несчастный абсолютно человек, но который находит счастье в каких-то мелочах, mm-hmm. в абсолютных мелочах. Я сидел, я плакал просто. Я плакал все вот час, наверное, что смотрел. Ой, давно я его не потому смотрела. Что, ну, просто настолько это... Вот классно сделанный сценарий, классно все. Ну, очень, очень хорошее. Очень хорошо это сделано. Надо брать на заметку. Вот, кстати, из мультиков это там все очень грамотно же выстроено. Душа та же самая. Поэтому я бы сказал... Ну, мультики посмотрим. Посмотрим. С тобой мультики. Да. Сашка, ой, какая мне прическа на кастинге сделали, ужас. Это, Долб, передай привет, во-первых, Сашке вот сюда. Нет, не хочет. Во-вторых, мы тут с Алексеем Юрьевичем. Угадай, что будем делать? Угадай. Мы будем есть. Угадай, что будем делать. Ну что, всем доброго утра. Меня уже почти завершили, да, Алена? Да.
Смотрите, какая у меня прекрасная Алена. Так что вот так работаем уже с утра. Выкладываю не в чат, а в основной, на канал. Девочки, настройка громкости, спасибо вам огромное, спасибо за внимание, спасибо за цветы, спасибо за все. Вот, и хочу всех еще раз поздравить с Днем Семьи. Я так рада, что, как вы говорите, благодаря нам, на самом деле вы благодаря себе обретаете друзей, обретаете такое общество, и вместе с этим счастье и любовь. С праздником! И спасибо всем за поддержку, спасибо всем за цветы. Ну что, всем доброго утра. Меня уже почти завершили, да, Алена? Да-да. Смотрите, какая у меня прекрасная Алена. Так что вот так работаем уже с утра. Девочки, между нами. Мне подарили цветы. Пионы. Я не могу. И это... Я обожаю ваши цветы, но вы сейчас удивитесь. Это от мужчины. И от мужчины, который давно за мной следит, который однажды мне помог, когда мы делали там, господи, у меня там встречу планировали. Ну, короче, такой. Все, вся информация. Девочки, между нами. Мне подарили цветы. Пионы. Я не могу. И это... Я обожаю ваши цветы, но вы сейчас удивитесь. Это от мужчины. И от мужчины, который давно за мной следит, который однажды мне помог когда мы делали там... Господи, у меня там встречу планировали. Ну, короче, такой. Все, вся информация. Я не хвастаюсь, ничего не хочу сказать, ничего не говорю. Просто, ну, чтобы вы знали, что мужчины так делают. И это бывает. И это бывает от хороших людей просто. Я бы не назвала его поклонником, просто он, ну, человек, который следил за моим творчеством, следит за моим творчеством еще давно, и отзывается, если нужна какая-то помощь, даже в организации или в чем-то, и очень хороший человек. И немного в оправдание свое, потому что я сейчас какая-то гиперчувствительная, не знаю почему. Это ведь мой канал, я могу здесь выкладывать что-то такое свое. Не связанное с работой, например, да? Не связанное с машиной, как это обычно бывает. Вот. Немножко такие мечтательные кружочки получились. Спасибо за внимание. Ну что, всем доброго утра. Меня уже почти завершили, да, Алена? Да-да. Смотрите, какая у меня прекрасная Алена. Так что вот так работаем уже с утра. Всем привет. Вот сижу, кукую. Ку-ку, 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 ку-ку. Каштанова, Нестеренко. Каштанова, Нестеренко. Ку-ку, ку-ку. По-моему, везут уже. Слышите? Всем привет. Значит, иду я такой, никого не трогаю абсолютно, как обычно. Слышу, кукует кто-то сидит. Вот кукует и кукует. Смотрю. А это Алексей Юрьевич сидит какой-то. Снимает там меня, снимает. Ставка. Ставка.